Сейчас хорошая рыба, да. Это опять самая крупная ульчика. Ребята, я хотел попить чайкуш, но думаю, оставлю на глубине. Друзья мои, третий выход на рыбалочку с лодки. Сегодня ветерок присутствует. Будет рыбалка на крупную рыбу. Ну, по крайней мере, мы надеемся, потому что приманки укрупняю. Поедем на глубину. Трос для якоря есть и много чего другого. Вы там чайку по традиции. И приятного вам просмотра. Ух! И поплыли с боком. Пошли на лодке, пошли. Да, ну конечно же, как же без жены. Пока я отплываю на расстояние сначала метров с 20-25, начнем глубину искать. Вот, она побросает. У нас здесь под берегом бывает треска, люрики заскакивают. Нормальная рыба, да? Ну вот, отлично. Удилище, да? Не, она не хочет сдаваться. Так может это не рыба? Не рыба. Рыба, рыба, ну, рыба, ну давай, борись. Не хочет. Ну она. Так, давай, работай. Удилищем выматываешь, да, только когда ты его подведешь сюда. Или хочешь, что якорь держи, а я. Уже работает, да? Поняла, то есть она может обломать удилище, когда уже будет под самым берегом. А, ну я думала, подсак нужен. Хорошее что-то, да, Ариш? Ну давай. О, трескун. Трескун. Да, так нет, а тут 2,5. Опа, с почином нас. Ребята, с почином нас. Хорошая рыба, да. Это опять самая крупная ульчика сегодня. Опа, вы видите это? Зубище, ребята. Ну что, спасибо морю. Оля свою самую крупную поймала. Рыбу, я думаю, здесь все 2,5. Мы немножко не рассчитали погоду. Все-таки метет ветер. А мы хотим на глубины. Сейчас покажу в руках Оли. Вот такого красавца. Видите, как штормит. Вот такая рыбеха. Ребята, вытяни чуть-чуть, чтобы ж по-рыбацки. О, не, ну два точно есть. Вот такая рыбеха. Вот такая счастливая Оля. С трофеем тебя, с рекордом. Спасибо. Класс. А ну. Ну, я выматывала, так. Доставала, уже леска вот здесь была за бортом. То есть, ну, она под лодкой, ну, взяла реально, на да? На дне, наверное, да. Ребят, взяла под вот такая приманочка, 300 грамма, зубы поцарапала уже зубами ее, вот такая. Она воспринимает это как крабика, рачка и так далее, и ловится. Как буду укрупняться? Ну, во-первых, глубина, во-вторых, ребята, максимальная приманка, которую в билд-теме есть, это 32 грамма, вот такую только на нее буду ловить, и вот взял... 10 крон стоит еще по скидке, 99 вернее, крон стоит вот такая рыбка с 2 запасками, еще и с офсетом. То есть засечек будет, наверное, меньше, но зато зацепа ляек тоже будет меньше. Видите, она такая длинная, большая. Хороший экземплярчик. Хорош. Хочу трофея, ребята, хочу трофея. Явно рыба неплохая, но никак не могу за 3,5 килограмма выйти. Приехал сегодня налавливать. Хорошая рыба. Давай. Хорошая, хорошая рыба. Глянь, что творит. Опа, сейчас. Наверх пошла. Давай, давай, давай. Сейчас будут назад давать. Опа, кто? Такая же, да? Такая же, слушай. Я думал, тогда у тебя вообще там движение было. Ого. Мы эту сейчас отпустим. Да, это полторушка. Maybe. Maybe, baby. Опа, есть в лодке. Опа. Сейчас отпускать будем, ребята. Та же приманочка сработала. Зараза, это что ты крутишься, крокодил ты. Сейчас я тебя спусти. Гляньте, как она. Еще и теперь. Хорошая, да? Я эту отпускейшн. А тут Оля удочку гнет. Давай, давай, давай. Хорош, да? Да? Гляньте, как красиво это происходит. Давай. Да, глянь. Это место трескунов.
Опа! А побольше там есть, то что мы таких уже наловились, ребята. И опять меня вот это с тобой возись. Ну, я тебя поздравляю. Это место отцепляния рыб. Видите? Хорошая, хорошая рыбка. Давай зрителям покажем, ребят. Ну, я думаю, килушечка такая вот. И счастливый обладатель отпускает счастливую рыбу. Раз. Уплыла. Еее. Вон она. Плыви давай, за бабушками, за дедушками. Вот, ребята, смотрите, плыли, ну, метров, наверное, 80 от берега, не знаю. И Уля, вот метод уже, вторая рыба у нее под лодкой прям. То есть она просто опускает уже донку, здесь глубина метров, наверное, 20, типа на донку, снасть, и вот так вот ловит, да? Ну что, пробуем плыть дальше, ребятушки. Здесь треска уже отловились, но хочется более крупную. По моим примерным прогнозам, где-то у нас на 20 метрах мы ловили, но если что, есть еще вот такой 30-метровый канатик, который мы используем. Но сегодня, думаю, 30-метрового нам хватит. И попробуем доловить крупнячка. Ступная зубинка. Думаю, тут уже глубинка будет побольше. Кольчик держи по волне. Видите, волна сегодня разгулялась просто. Просто капец. Так, а может сейчас и силиконку разловим. Ветер, правда, ребята. А, не. А может даже... Что-то, наверное, не крупное. Наверное, может, люркевич. Силиконка. А ну, сейчас, если люркевич, то... Да, видите, вот треска... Ха-ха, спасибо тебе, спасибо. Вот такая силиконка сработала, но видите, он сам отцепился. Но зато по земле можно таскать, он офсетный крючок в ней. Да танкер проехал. Волна пошла. Ну что, перекусим, Алешка, да? Угу. Рыба поймана. Четыре, три рыбы у нас поймана, и люрчик ушел, да? Угу. Сосисончики, чайка попьем, еще, ребята, доловим. Хочу крупнячка. Может быть, на вечер сейчас рыбка откроет рот и что-нибудь такое, чтобы в камеру не влезла прям, а? И не укачивает. Не укачивает? Ну, молодец. Хотя здесь... В супермаркетах продаются специальные конфеты. Ты погромче говори, когда ветер. Я говорю, в супермаркетах продаются специальные конфеты от укачивания. В каждом супермаркете есть. Ясно. Хорошо, ребятушки, чайку, компотика и продолжаем. Ребята, я хотел попить чайкуш, но думаю, оставлю на глубине, вы поняли? За счет того, что мотает опять силикон, я думаю, люркович, ну, бодрый. Бодрый люркович. Вы поняли? Это мы сейчас вот чаек еще, сосиски еще не начинали. Вижу, начинает носик. Ох ты, глянь. Глянь какой. Это уже хорош. Это около килушечка. Заживал, заживал. Гляньте как. Я в сетик сработал. Так, давай, Нана. Сейчас же ты нас обрызгаешь по традиции, да? Или не успеешь. Ух ты. Есть, на базе. На базе. Вот такой. Вот такой боец, ребят. На грамм 900 под кило. Давай, плыви. За прадедушками, давай. Что вы это самое? Ух, чкувырнул. Обрызгал тебя, да? Ну, коль технология работает. Опускаем. Вот так вот, побольше. Почти до дна. И пусть лодка его качает, а мы будем в это время чай пить. Отлично, я думаю, норм. Прогноз погоды, ребята, не оправдался. Ветер даже с заходом солнца, к сожалению, продолжает дуть. Ну что, друзья мои, рыбалочка подошла к концу, разбушевалась погода, немножко подвела нас. Но рыба есть, самая большая рыба в жизни Ольги. Вы там обязательно посмотрите видео, которое мы еще с рыбалки снимали в Норвегии, будет очень интересно. Ну и надеюсь, было полезно, чем-то интересно, короткий выпуск. Тебе понравилось? Да? Ну, волна, так сказать. Волна, да.
жим-жим был нормальный такой. Там несколько раз собирались домой возвращаться, но тем не менее отловились, хотя и коротенькое видео. Все, друзья мои, до новых выпусков. Пока-пока.